Get Movies. Канал для всей семьи. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики. Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики. Подрастайте поскорее, малышарики. Мама для цыпленка. Нюшенька, Пандочка, здравствуйте. Привет. Пандочка, какие у тебя красивые кошечки. Это котенок малыш, а это его мама кошка. Нюшенька, а у тебя кто? Цыпленок. А у него есть мама? Конечно, есть. Мама Цыпа. Где же она? Где? Да, грустно цыпленку без мамы. Пандочка, не поможешь Нюшеньке? Вот тебе мама! Нет, это не его мама! Они разные! И правда, смотри, Пандочка, у кошки нос и лапы, а у цыпленка клюв и крылья. Цыпленок грустит без мамы Цыпы, маленький. А мама Цыпа, она какое? Как цыпленок, желтая, пушистая. Нюшенька, мама цыпленка не... Ага, знаю, знаю. Похоже, Пандочка знает, где искать маму цыпленка. Вот мама. Это? Желтая и пушистая. Это мячик, а не мама. Не мама? А почему бы вам не пойти поискать маму цыпленка? Да! Желтая мама? Нет, не мама. Крылья мама? Нет, не мама. Клюв, лапки и крылья. Ура! Мама нашлась! Умница, Пандочка. Познакомься, Нюшенька. Это курица. Мама цыпленка. Белая? Не пушистая? Нюшенька, иногда детеныши не во всем похожи на своих родителей. Теперь цыпленок не будет грустить. Животные и их детеныши. Мама слониха и маленький слоненок. Правильно, Пандочка. А у тебя, Нюшенька, кто? Тигренок и его папа тигр. У котенка папа кот. Ну, а мама кошка. У лошадки и коня жеребенок крошка. У слонихи со слоном карапуз слоненок. Пусть он весит словно дом, все равно ребенок. Да, тюлени и ежи, лоси и медведи тоже были малыши. Верьте и не верьте, и жирафы, и киты маленькими были и хотели, как и ты, чтобы их любили. И жирафы, и киты маленькими были и хотели, как и ты, чтобы их любили. Осьминог.
Здравствуйте, малыши! Привет! Здравствуйте! Какой красивый рисунок! Анюшенька еще и себя украсила. Ага! Это наш друг, осьминог. Мы идем к нему в гости с подарком! Ой! Ой! Да, остались следы от краски. И руки надо помыть. А я не буду мыть руки. Пойду в гости красивая. Ну, Нюшенька, а вдруг ты кого-нибудь испачкаешь? Не испачкаю. Ну, если не испачкаешь, иди. Привет! Здравствуй. Это тебе. Здравствуй! Ой, какое тут все красивое! Ой, что это? Ничего себе! Красота! Ого! Ой! Ой-ой-ой! Молодец, Нюшенька. Помыла руки и себе, и осьминогу. Теперь все чисто. Осьминог, давай играть. Ура! Моем руки. Нюшенька, что надо сделать после прогулки? Вымыть руки. Умница, Нюшенька. Мы играли, мы гуляли, мы хватали все подряд. И теперь чернее ночи, все ладошки у ребят. Что же делать, как же быть? Что же делать, как же быть? Просто руки будем мыть. Трем ладошки, трем ладошки, трем, трем, трем ладошки, чтоб у крошки на ладошке не было и крошки. Трем ладошки, трем ладошки, трем, трем, трем ладошки, чтоб у крошки на ладошке не было и крошки. У меня сухие руки. Очень-очень-очень кушать хочется, друзья. Но пока не мыты руки, нам садиться есть нельзя. Что же делать, как же быть? Что же делать, как же быть? Будем руки с мылом мыть. Трем ладошки, трем ладошки, трем, трем, трем ладошки, чтоб у крошки на ладошке не было и крошки. Трем ладошки, трем ладошки, трем, трем, трем ладошки, чтоб у крошки на ладошке не было и крошки. Красная шапочка. Здравствуй, барашек. О, что это такое красивое ты нарисовал? Привет, это ягодка. А что теперь будешь рисовать? Нюшеньку. Нет, нет, нельзя рисовать. Почему, Нюшенька? Сейчас. Ой, а где же она? Ой.
Нету! Нюшенька, что ты ищешь? Панамку! Барашек, надо помочь Нюшеньке. Я в ней такая красивая. Красивая. Нюшенька, а какая она, твоя панамка? Вот такая. А, красная. Твоя любимая красная панамка. А панамка это что? Шапочка такая! Красная! Красивая красная шапочка! Шапочка красная! Я ее нашел! Где? Пойдем, покажу! Где моя панамка? Пойдем! Закрой глаза. Открывай. Панамка. Моя. Моя красивая красная панамка. Красная. А теперь рисовать? Да, рисовать. И правда, какая же красивая наша Нюшенька в своей красной панамке. Красный. Здравствуйте, малыши! Какой красивый красный шарик! Да, красный! Солнышко светит красное, значит, погода классная. Платье надену красное, буду теперь прекрасная. Ах, до чего прекрасный цвет наш любимый красный. Пам-пам-парам, пам-пам-парам. Нюшенька, а что это у тебя? Красный кружок. Правильно, красный. И у меня тоже красный кружок. Повторюша! Может, нарисуете еще что-то красное? Красный цветок! Красное яблоко! Съем я малину красную, съем я клубнику красную. Ягодки хоть и разные, но погляди, все красные. Ах, до чего он разный, цвет наш любимый красный. Пам-пам-парам, пам-пам-парам. Модница. Здравствуйте, малыши! Игрушки взяли? Привет! Да! Здравствуйте! Кораблик, мячик, ведерки, совочки и шкаф. Шкаф? А зачем вам шкаф на прогулке? Это не нам! Это Нюшеньке! Ёжик, ну пойдем! Здравствуйте! Здравствуй, Нюшенька! Расскажи, пожалуйста, зачем тебе шкаф? Там что, игрушки? Нет, наряды. Не могу выбрать. Дай подумать. Так, надевай комбинезон, шапочку и кроссовки. Кроссовки? Я же девочка. А в чем гуляют девочки? В этом. Хорошая шляпа. Но не для нашей прогулки. Ой!
Ой-ой-ой. Осторожней. Нюшенька, Нюшенька, будешь гулять в шкафу? Но ведь там тесно и темно, и пыльно. Может, попробуешь погулять по улице в кроссовках? Они у тебя такие модные. Так! Как красиво, Нюшенька. Но надо проверить, вдруг опять неудобно. Побежали! Удобно! Теперь можно и погулять. В удобном наряде прогулка гораздо веселее. Прогулка. А мы идем гулять! Мы гуляем, мы гуляем, мы гуляем. Между камешков и кустиков виляем. По песочку. И по луже, ай-яй-яй. Не зевай-ка, мой хороший, не зевай-ка, мой хороший. Догоняй меня скорей, догоняй. А кто быстрее всех бежит с прогулки? Крошик. Потому что его там ждет мячик. Мы гуляем, мы гуляем, мы гуляем, мы гуляем. И уж точно время даром не теряем. Нет, нет. Мы по травке, по песочку и по луже, ай-яй-яй. Не зевай-ка, мой хороший, не зевай-ка, мой хороший. Догоняй меня скорей, догоняй. Подрастай скорей, дружочек, подрастай скорей, дружочек. Догоняй меня скорей, догоняй. Балерины. Здравствуйте, мои девочки. Здравствуйте. Добрый день. Вы сегодня балерины, да? Да. И у нас вот. Как красиво танцует маленькая балерина. Да нет! Вот так! Да, непростое это дело – держать равновесие. Научились стоять на одной ножке. Да! Теперь вы точно научитесь держать равновесие. Ой, осторожно! Спасибо. Получилось! А теперь ты.
умницы, девочки! Помогли друг дружке и научились держать равновесие. Равновесие. Мы хотим танцевать, мы хотим балеринами стать. Это здорово, это весело, сохранять равновесие. Пусть качает пока нас немножко, ты держись поуверенней ножка. Скоро будем и мы танцевать, надо только на ножку привстать. Пам-пам-парам, пам-пам-парам. Мы по ленточке тонкой пройдем, не упадем, не упадем. По дощечке мы тонкой пройдем, не упадем, не упадем. Пусть качает пока нас немножко, ты держись поуверенней ножка. Это здорово, это весело, сохранять равновесие. Ах, как здорово, ах, как весело, сохранять равновесие. Гусики. Добрый день, девочки! Привет! Привет! Какие красивые оранжевые бусы! Оранжевые! Я первая нашла! Нет, я! Мои бусы! Отдай! Ой-ой-ой! А что теперь делать? Искать! Да, искать! Оранжевый цвет такой яркий, бусинки обязательно найдутся. Здравствуй, крошек! Привет! Девочкам нужна твоя помощь. Ты не видел оранжевые? Оранжевые! Видел! Сейчас! Теперь можно и бусы починить. У Нюшеньки оранжевый браслетик. И у Пандочки оранжевый браслетик. Сразу видно, что девочки лучшие подружки. И моя подружка тоже оранжевая. Оранжевый. Крошек, какого цвета морковка? Оранжевая. А что еще оранжевое? На столе лежит один апельсин. Да пока всего один апельсин. Он оранжевого цвета, ты, дружок, запомни это. От оранжевого цвета у
улыбается планета. Абрикос и морковная котлета, все оранжевого цвета. От оранжевого цвета улыбается планета. Русалочка. Добрый вечер, девочки. Привет, а у меня ванна. Здравствуйте, а у меня корона. Очень красиво. И еще вот. И еще у меня вот. Сокровища! Настоящая принцесса! А еще вот и вот! И ничего интересного! Давай со мной! Нюшенька, а ты разве не хочешь побыть русалочкой? Не, не хочу! А кто это? Русалочка – это такая принцесса, которая живет в воде. А, я русалочка? Еще не совсем. Вот так? Так тебе не достать русалочки на сокровища. Там сокровища? Сокровища! Теперь Нюшенька настоящая водяная принцесса. Ну и где тут сокровища? Сокровища! Сейчас! Вот! На! Сокровища! А можно мне? Да пожалуйста! Сколько блестящих сокровищ у наших принцесс. А ты тоже русалочка? Ня, я акула! Ау! Ну, добре. А хочешь, завтра ты русалочка? Угу. А ты акула. Хотя нет, не акула. А кто? Золотая рыбка. Какие теперь чистые наши девочки. Прямо сверкают, как настоящие сокровища. Моемся. Пора спать. Да, барашек, но только сначала мыться. Мыться! Чтобы было, чтобы было, чтобы было. Если б не было мочалки или мыла, если б не было, представьте, даже ванной, были б грязными всегда Колли, Петти, Маши, Тани и Иваны. Но мы будем мыться, мыться, будем мыться, мылить лица, будем мыться, не лениться. Да мы будем мыться, мыться, чтобы чистыми ложиться, пусть хорошее приснится. Потрём. Вот так теперь. Вот так. А ну, вернись. Вот так. Так, потрём. Мойся, уточка. Будешь чистая. Вот так. Вот. Вот так.
Вот это да, барашек. Зачем же ты опять перепачкался? Чтобы опять помыться. Но мы будем мыться, мыться, будем мыться, мылить лица, будем мыться, не лениться. Да мы будем мыться, мыться, чтобы чистыми ложиться, пусть хорошее приснится. Пусть хорошее приснится. Пароход. Здравствуй, принцесса Нюшенька. Здравствуйте. А что ты делаешь посреди моря? А, наверное, ждешь принца. Да, барашка. Здравствуй, принц барашек. Здравствуйте. Готов переплыть море? Нет. Не переживай, барашек. Тебе просто нужен подходящий транспорт. Транспорт? Этот? Тебе понадобится то, на чем можно переплыть море. Лодка! Ну что, барашек, не получается. Что бы такое придумать? Парус! А я тут. Не расстраивайся, барашек. Просто тебе нужен другой транспорт. Посильнее. Посильнее? Как у крошика? Крошик, можно взять трубу? Пожалуйста. Бери! Ух ты! Был паровоз, стал пароход. Пароход! Смелый барашек и сильный пароход спасли нашу принцессу. Как хорошо, что есть друзья и морской транспорт. Морской транспорт. По волнам бежит кораблик, ветер дует в паруса. Чудеса! Чудеса! А за ним плывет огромный белый-белый пароход. И гудит, и ревет по волнам в гости к нам. Смотрите, лодка! Правильно, Нюшенька, это лодка. Ее легко узнать по веслам. А это тоже лодка? Это катер. У него нет весел, зато есть сильный мотор. Привет, парусник! Да, Нюшенька, кораблик с парусами называется парусник. Корабли и пароходы, лодки, яхты, катера, все плывут к нам, ура! Вот такой красивый транспорт, удивительный такой. Он какой? Он морской! По волнам, гости к нам. По волнам, в гости к нам. Жмурки. Ха-ха!
Здравствуйте, малыши! Привет! Что вы затеяли? Крошик прячется, Нюшенька ищет. Все понятно. Малыши играют в жмурки. Угу. Да, с закрытыми глазами. Я Вода. О, щекотно. Поймала. И правда поймал. Крошик, тебе водить. Что такое, Крошик? Не хочешь водить? Нюшенька, а тебе понравилось водить? Гладкий? Ага, гладкий! А? Дай! Держи! Крошик, теперь ты будешь искать Нюшеньку? Ага! Ох. Догоняй! Ой! Оп! А? Нюшенька! Ой! Нет, это не Нюшенька, это цыпленок. Он пушистый, а Нюшенька гладкая. Нюшенька гладкая! Гладкая! Пушистый! Еще! О, пушистая! Не Нюшенька! Правильно, Крошик! Не Нюшенька! Не Нюшенька! А? Гладкая! Нюшенька! Нет, Крошик, это не Нюшенька, это яйцо. Яйцо? Гладкое? М? Ой, пушистое! Не догонишь! Ой, так, пушистое и большое! Это не Нюшенька, это я, плюшевый мишка! Все равно поймаю! Правильно, Крошик. Молодец. Теперь я снова вожу. Кто бы мог подумать, что игра в жмурки так увлечет малышей. Пушистое и гладкое. Гладкое. Пушистое. Как все хочется погладить. У-у-у. Как все хочется пощупать. У-у-у. До всего дотронуться своей рукой. Значит, надо все погладить. Да-да-да. Значит, надо все пощупать. Да-да-да. Не стесняйся, не стесняйся, дорогой. Ты пушистого котенка, ты пушистого утенка, да веселого пушистого щенка. Щенка. И до гладкой черепашки, и до гладкой деревяшки, до всего дотянется твоя рука. Как все хочется погладить. Да-да-да. Как все хочется пощупать. Да-да-да. До всего дотронуться своей рукой. Значит, надо все погладить. Да-да-да. Значит, надо все пощупать. Да-да-да. Не стесняйся, не стесняйся, дорогой. До пушистого крольчонка, до пушистого галчонка, до красивого пушистого цветка. И до гладкой черепашки, и до гладкой чайной чашки, до всего дотянется твоя рука. До всего дотянется твоя рука. Привет! Здравствуй, ежик. Здравствуйте. Какая интересная у тебя игрушка. А как она работает? Надо сюда нажать. Доброе утро, ежик. Доброе утро. Оп. Добрый день. Ой. До свидания.
Доброй ночи, ежик. Доброй ночи. Кажется, девочки тоже во что-то играют. Интересно, во что? Доброе утро, ночь, вечер. Нюшенька, что случилось? Я забыла. А я победила. А, вы здоровались не просто так, да? Вы играли в... Кто больше? Я победила! Я больше! Пандочка знает больше приветствий, чем Нюшенька. Ага! Ага! Привет! 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 Молодец, Нюшенька! Пандочка, помогай! Давай! И кто же теперь победил? Фу, победила дружба! Здравствуйте! До свидания! Здравствуйте, малыши! Здравствуйте! А что еще можно сказать при встрече? Доброе утро! Как здороваться приятно! Как я рад! Это каждому понятно! Если говоришь привет, то привет летит в ответ! Если говоришь привет, то привет летит в ответ. Добрый вечер! Малыши, а как поздороваться с индийским слоном? Привет! Здравствуйте! Доброе утро! Со слоном можно поздороваться, как в Индии. Намасте! 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 На прощание, на прощание, мы дадим всем обещание, чтоб, прощаясь, не грустить. Чтоб, прощаясь, не грустить. Чтоб, прощаясь, не грустить. До свидания! До свидания! Говорить! Будем до свидания говорить! Сюрприз! Здравствуй, барашек! Здравствуйте! Вот это да! Какая чудесная панамка! Это для Нюшеньки! Вот, Нюшенька! Сюрприз! Барашек, похоже, Нюшеньку не удивил твой сюрприз. Не удивил. Ого, какая панамка! Твоя? Это для Нюшеньки. Чудесная получилась панамка! Верно, ёжик? Ага. То-то Нюшенька удивится. Вот, это тебе. Для Нюшеньки. Вот это панамка. Да!
И правда, удивительная. Ой! Доброе утро! Привет! 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 Так вот, почему Нюшенька не удивлялась твоему сюрпризу, барашек. Она спала. Какому сюрпризу? Вот. Вот это панамка! Нравится? Очень. Удивительная панамка. И удивительная история. Правда, малыши? Я удивляюсь. Что случилось с барашеком? Барашек удивился! Я удивился! Ого! Ух ты, ух ты, ух ты! Вот это да! Ничего подобного не видел никогда! Ух ты, ух ты, ух ты! И ого-го! Больше и не скажешь ничего! Надо, братцы, удивляться, надо, братцы, удивляться. И не стоит этого стесняться. Потому как без сомнения, потому как без сомнения. И придуман этот мир для удивления. А ты чем меня удивишь, крошек? А я вот так могу! Ух ты! Удивительно! А еще... Здорово! Опа! А еще я вот так могу! Что? Вот это да! Молодец, крошек! Удивил, как удивил! Ого! Мы поднимем наши брови высоко и в огромном удивлении скажем «О!» Солнце встало, солнце село, удивительное дело, удивительное дело. Надо, братцы, удивляться, надо, братцы, удивляться. И не стоит этого стесняться. Потому как без сомнения, потому как без сомнения. И придуман этот мир на удивление. Ух ты! На площадке. Здравствуй, Нюшенька. Привет. Здравствуй. Кажется, Нюшенька что-то забыла. Ага, покататься. Может, тебе позвать друзей? Как? Вежливо. Помогите! Помогите мне! Помогите мне, пожалуйста! Нюшенька, что нужно сказать? Спасибо! Пожалуйста! Спасибо! Извини, пожалуйста!
Быть вежливой так приятно. Что скажешь, Нюшенька? Да! Вежливо, невежливо. Малыши, какие вежливые слова вы знаете? Спасибо! Пожалуйста! Здравствуйте! Здравствуйте! До свидания! Вам спасибо за внимание! Извините! Проходите! Можно вас спросить? Нам слова простые эти помогают жить на свете. Как приятно! Как полезно! Вежливыми быть! Нюшенька, это вежливо? Привет! А сейчас вежливо? Да, вежливо. Барашек, это разве вежливо? Спасибо. Молодец, теперь вежливо. Ёжик, может, попросишь вежливо? Дай, пожалуйста. Должен вежливым быть каждый, и пугливый, и отважный. Даже кто-то очень важный должен не забыть. Да! Здравствуйте, до свидания! Вам спасибо за внимание! Как несложно и как важно вежливыми быть. До свидания! Вертушки. Здравствуй, Нюшенька. Здравствуйте. Здравствуй, барашек. Здравствуйте. Привет. Нюшенька, мне кажется, барашек приготовил для тебя сюрприз. Похоже, вертушек слишком много. Что же делать? Поделиться! На! Ой, спасибо! Как здорово ты придумала, Нюшенька! Ага, одну барашку! Другую мне! Барашку! И... Ой! В чем дело, Нюшенька? Вертушки закончились! У барашка больше! А тебе хотелось поделить вертушки поровну, да? Ага, поровну! Может, у барашка получится поделить вертушки? Ага, одну тебе, другую мне. А эту снова тебе и... Ой! Все равно не поровну? Опять не поровну. Ага, у кого-то больше, у кого-то меньше. Что же делать? А? Я! Привет! Придумала! Одну барашку, одну крошку! На! Одну! Мне! Теперь поровну! Умница, Нюшенька! Поделила игрушки поровну. Никого не обидела. Поровну! Ура! Поровну! Малыши, как мы поделим сапожки? Поровну! Чтобы не было обидно, чтобы не было обидно, чтобы не было обидно никому, никому. Мы разделим все цветочки, мы разделим все грибочки, мы разделим по закону, по-простому одному.
разделим поровну. Это значит, не обидно никому. У кого листьев больше? У меня! А у меня меньше. Ой, а теперь? И теперь меньше. Все равно меньше. Все равно. А теперь? А теперь поровну. Ура! Поровну, поровну мы разделим поровну. И тебе, и тебе, и тебе, и ему. Поровну, поровну мы разделим поровну. Это значит, не обидно никому. Никому. Это значит, не обидно никому. Труба. Привет! Здравствуйте! Здравствуйте, малыши! Чем займетесь сегодня? Я буду строить пароход! Чур красные мои! А я дом! Синие мои! Красный пароход и синий дом? Очень красиво! Как же малышам решить, чья труба? Я не знаю. Наверное, сначала стоит узнать, какого же она цвета. Узнаем? Ага. Не красная? Нет. И не синяя? Нет. А! Желтая? Зеленая? Нет. И не черная. И не белая. Какая же она? А мне кажется, что труба немножко синяя и немножко красная. Да, вот такая, фиолетовая. Фиолетовая! Точно, фиолетовая! А тогда чья она? Твоя! Нет, твоя! А как же? Вот! Дом с трубой. И пароход с трубой. Какие красивые фиолетовые трубы. Фиолетовый. Что случилось, ёжик? Мне нужна фиолетовая краска. Нюшенька, крошек, поможете ёжику? Ага. Краску синюю смешаем с яркой краской красною. И посмотрим, не смешали краски ли напрасно мы. Нет, 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 получился новый цвет. Синий цвет и красный цвет. Мы откроем вам секрет. Может быть, не ведали про это вы. Синий цвет и красный цвет. Мы откроем вам секрет. Вместе будет фиолетовый. Это звездочка, крошек? Нет! Не звездочка? А кто? Это ежик! Это я! Это ежик сзади! Я звезда! Фиолетовая!
Синий цвет и красный цвет. Мы откроем вам секрет. Может быть, не ведали про это вы. Синий цвет и красный цвет. Мы откроем вам секрет. Получился фиолетовый. Получился фиолетовый. Фиолетовый! Волшебная палочка. Здравствуй, Нюшенька. Здравствуй, пандочка. Здравствуйте. Привет. Какая красивая волшебная палочка. Красивая. Волшебная. Палочка, палочка, можно мне новый бантик? Золотой. Она стеклянная? Может быть. Она стеклянная! Упадет и разобьется! Мне только бантик, золотой. Лучше поиграем в волшебниц? Не буду. Я волшебница! Ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля! Ох уж эта пандочка! Никак не удается ей добраться до палочки. О! Ого! Я хочу золотой бантик. Хочу золотой бантик! Пандочка, аккуратней! Девочки, а палочка-то не стеклянная, а пластиковая. Пластиковая! Пластиковая? Не волшебная! Ну вот, не будет у меня бантика. Да, пандочка, дружба помогает творить настоящее волшебство. Пластик. Нюшенька, ты знаешь, из чего сделана формочка? Из пластика! Чтоб игрушки были легкие, чтоб игрушки были яркие, чтоб игрушки не тонули, не ломались. Очень умные ученые, бородатые профессоры, материал такой найти давно пытались. И один такой ученый головастик вдруг сказал: ура, я понял, это пластик. Пластик. Из пластика делают не только игрушки, но и посуду для малышей. Да, пластик не бьется, как стекло. А еще он не боится воды. Он легкий и может быть любого... любого цвета! И формы! Вот так здрасте! Вот так здрасте! Чудо-пластик, чудо-пластик, пластик, да! И ведерко, и совочек! Даже каска у рабочих. Пластик. Это все из пластика. О, да. Надо же, фантастика. Надо же, фантастика.